Сегодня на рынке труда одними из наиболее востребованных и хорошо оплачиваемых считаются специалисты, получившие среднее профессиональное образование. Бухгалтеры, товароведы, агрономы, механизаторы никогда не останутся без работы. В Славянском районе таких специалистов готовят два учебных заведения – электротехнологический и сельскохозяйственный техникумы. На прошлой неделе в Славянском сельскохозяйственном техникуме прошел выпускной вечер. Подробности в следующем материале выпуска. Если бы не везде, горы, словно птицы, и судьбу счастья выбираешь сам. Славянский сельскохозяйственный техникум – одно из старейших учебных заведений не только района, но и Кубани. Подготовка специалистов агропромышленного комплекса в техникуме занимаются с 1927 года. В этом году учебному заведению исполняется уже 96 лет. Его выпускников с началом нового жизненного пути и получением востребованной профессии поздравил председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Наш техникум, он имеет славную историю. Его закончили выдающиеся личности, герои труда Кубани. Поэтому вы должны гордиться тем, что вы выпускники Славянского сельскохозяйственного техникума. Я уверен, что наше будущее в надежных руках. Я желаю вам всем хорошо определиться. Кто захочет учиться, пожалуйста, поступайте дальше, учитесь. Кто вольется в жизнь, хорошей вам работы. Всего вам самого доброго. Здоровья, счастья, успехов, мира и, конечно же, в добрый путь выпускники 2024 года. В этом году Славянский сельскохозяйственный техникум окончили 394 выпускника, 56 из них с красным дипломом. Кузнецова Елизавета Юрьевна. Дипломы о профессиональном образовании выпускникам вместе с председателем районного совета Григорием Литовкой вручала исполняющая обязанности директора техникума Светлана Любченко, которая поблагодарила ребят и их родителей за оказанное доверие, за то, что выбрали получать профессию именно в стенах СХТ. И, конечно же, пожелала молодым специалистам найти себя в профессии. Уважаемые выпускники, я желаю вам всего самого-самого хорошего. Пускай вам сопутствует удача. Мы вас выпускаем с гордостью и уверенностью, что вы принесете огромную пользу нашей стране. Время сейчас непростое, и каждый на своем месте должен нести гордое звание выпускник Славянского сельскохозяйственного техникума. Спасибо, что вы были у нас. На сцену один за другим поднимались выпускники, чтобы получить долгожданный диплом о профессиональном образовании. Они долго к этому шли и, конечно, были очень рады завершить очередной этап жизни, чтобы начать новый, не менее интересный – работать по профессии. Я учился на агромеханическом отделении, на механика. Время прошло замечательно, мне все понравилось. Преподаватели большие молодцы, им огромное спасибо. Помогают, работают со студентами, очень отзывчивы, лояльны, всегда готовы помочь. Училась на финансово-технологическом отделении по профессии бухгалтер. Все нравится, все устраивает. Пошла, потому что рейтинг высокий, рядом к дому, хорошие преподаватели, много знакомых. Вот, и также со школы много тоже поступили и одноклассники в этот техникум. Усвоила достаточно материал, меня взяли на работу, провели собеседование, я уже работаю год по профессии. Мне все нравится, все устраивает. Сессии, экзамены, зачеты и курсовые остались позади. Впереди у выпускников длинная интересная жизнь в профессии. Пусть она будет приносить удовольствие, а полученные знания в техникуме станут прочным фундаментом для дальнейшего профессионального роста. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».